Скажите, пожалуйста, вот какой бой вы проводите, сколько боев уже проводили на профессиональном ринге? Сегодня, завтра будем проводить 5-й бой на профессиональном ринге. Провели уже 4 боя, сегодня проводим взвешивание, готовы абсолютно к бою. А вот какая у вас была любительская карьера? В любительской карьере провел около 120 боев. А какой опытный товарищ? Достаточно опытный. Ну а какие успехи у вас были? Становился серебряным призером на чемпионате Казахстана, выиграл чемпионат спартакиады, также был чемпионом Казахстана. Ну, Казахстан, конечно, очень высокий уровень бокса. Да, достаточно высокий, но эти все регалии я получил еще по юниорам, потому что практически сразу, как я вошел во взрослый бокс, я перешел в профессионал. Ну, а сейчас вы живете в Германии? Сейчас, да, менеджерская компания в Германии, One Sport. Очень благодарен за хорошую, предоставился хорошая возможность отбоксировать сегодня в Берлине. Ну, а свое будущее видите в Германии? Дай бог, чтобы здесь все продвигалось, дают возможности, это самое главное. А дальше будем смотреть, как все пойдет. В каком весе планируете свое будущее? Ну, сейчас мы выступаем в 57 килограмм, возможно, будем опускаться ниже по весу. Будем дальше смотреть, как нам будет комфортно. Пока что 57, в принципе, тоже нам вполне удобно боксировать. В чем пока отличие от любительской школы от профессиональной? Ну, профессиональный бокс – это, в принципе, абсолютно другой вид спорта. Намного жестче, другие перчатки, тейпы. Мне нравится намного больше, чем любительский, потому что он более интересный. Тут предоставляется определенное шоу. Каждый боксер может показать себя индивидуально. Это вам нравится, получается? Да. В каком стиле боксируете? Первый номер, второй номер, третий номер? Работаем от ситуации. Когда надо первый, когда надо в контратаке. Стараемся быть универсальным боксером. Над чем еще нужно поработать, как вы думаете? Работы вполне еще много. У меня отец тренер, он постоянно мне поправляет мои ошибки. И вместе с ним мы работаем и исправляем. А, кстати, где тренируетесь в основном? Тренировки проходят в Казахстане, в Алмате. И вы потом приезжаете в Германию, получается? И для боя, да, мы приезжаем в Германию. А сейчас не сложно с переездами? Да, в этот бой мы приняли на коротком оповещении. То есть долго не могли решить, будем боксировать или нет. Но вполне готовы. Проводили также спарринги. Прошла хорошая физическая подготовка, поэтому полностью готовы. Спасибо.